Hello, this is the Metropolitan Director's office. We can't answer the phone right now. Please try calling again later. Автоответчик. Привет, есть кто-нибудь? Мистер Янек? Судя по всему, здесь никого нет. Похоже, это Лилит, картина Джона Кольера. Она была частью коллекции Вамбери. Кто вас впустил? Простите, я спросила, есть ли кто дома. Дверь была открыта, я подумала, что... А вы мистер Янек? Простите, что без приглашения. Да. Янек, это я. Я Эллен Кросс, работаю в Нью-Йоркском Метрополитен-музее. Я хотела бы с вами поговорить. Могли бы позвонить перед тем, как заявляться ко мне домой без спроса. У меня нет вашего номера. Я ищу картину Канаяков. По моим сведениям, это один из ваших предков, очень далекий предок. Я надеялась, у вас сохранилось что-нибудь. Увы, не сохранилось. Можно мне посмотреть на эту вашу Лилит? Кажется, это очень хорошая репродукция. Хорошее качество, хотя и не насколько впечатляет, как оригинал Джона Кольера. Увы, у меня нет времени, чтобы показать вам ее этим вечером. Я как раз собирался выходить. Меня ждут. Вам это имя что-нибудь говорит? Вы сказали Фридлин. А почему я должен знать его? Дипломат. Это очень важно. Но вы же проделали такой путь, чтобы узнать об этом. Мне кажется, вас лихорадит. Я устала, скорее всего, это из-за перелета. Я понимаю, вы не можете мне помочь. Простите, что побеспокоил. Спорю, что картина, которую видела в студии, это Лилит. Он собирается уходить. Мне можно воспользоваться этим и осмотреть картину. Но сначала надо найти укромное место и дождаться, когда он уйдет. Скорее всего, это ушел Янек. Надеюсь, он не увидел, как я тут спряталась. Так, щипцы. Ну-ка. Так, стоп, надо. Так. Кусок железа. Отмычка. Это крючок. Им удобно ковыряться в замке. Not immediately. Только не сейчас.
Так. Веревка с узлами. Камера. Так, подожди. Надо посмотреть задачи какие. Осмотреть картину Лилит. А где эта картина? Что такое? Свет включил. Блин. Губка. Растворитель для краски. The painting is fresh. But there's something that under this red layer. Проглядывает рисунок. This looks like one of Van Bury's Bruegel paintings. Кажется, это Брейгель. Янек маскирует украденные картины. Но на кого он работает? Так, надо сфоткать.
Потрясающая механика у этого театра. Надо починить куклу и посмотреть, что может делать этот театр. Эта рука должна подойти. Так, надо посмотреть. Так, кукла. Тут рука. Окантовочка, значит. Вот это синее. А вот это она оранжевая. Вот так. Теперь надо вырезать руку для куклы. Тут, кстати, я когда вырезал, ну, перед этим, когда проходил руку, замучился. Так, все время сбрасывал. Очень прецизионная работа. Ай, ушел в сторону.